И всем оса, всем привет, и с вами Herit Soul. Сегодня будет эксклюзив контент. Популяр жанр, набирающий популярность, это супер трэп. Сегодня мы будем полностью делать Redda type beat, Lancy Fox type beat, вот в этом всем жанре. Мы разберем все фишечки, которые я знаю как минимум. Не за это видео, конечно, но большую часть фишечек мы разберем в этом видео. Весь мувмент по супер трэпу сегодня я постараюсь рассказать. Начнем с простого. Сегодня мы будем делать тогда какой-нибудь мрачный Dark Ambient. Попробуем поэкспериментировать с этой мелодией. Второй звук добавим, покажу вам секретный звук. Это этот звук. Сегодня мы будем играться с ним. Вот в таком стиле сделаем дополнительную мелодию снизу. Потише. Чтобы сделать данный звук уникальнее, мы добавляем эффектрик. Сегодня мы будем очень много использовать. Краш. Делаем толстую полоску до конца. Здесь выбираем пресет Sample Ducer. И здесь уже на свой вкус крутим вот эти два крутильника. Также здесь в Electro X мы крутим ему High максимум. Добавляем его эквалайзер. И выбираем вот эту частоту, где ее тише всего слышно. И просто бустаем ее. Сюда мы можем кинуть Murder Melodies. Здесь мы играемся на свой вкус. Также можем давать Gross Beat. Эксперименты, просто эксперименты. Максимальная экспериментация приведет вас к самому уникальному звуку, я считаю. Оставим данные пресеты здесь и просто сделаем тише. Обработаем данный звук, основную мелодию. Она очень сырая. Мы накидываем первым делом эквалайзер и пробуем с него что-то выжать. Мы добавляем портал на нашу основную мелодию. Добавим лимитер. Второй мелодии можно добавить несколько нот. Здесь второй мелодии можно добавить half time. Отправляем его на самый верх, здесь эквалайзер в самом низу. Можем накинуть что-нибудь уникальное, например, вот это. И также послушаем от него эффект. Блять, Вовка. Также мы можем послушать что-нибудь уникальное. Накинем сюда вот что-то такое. Это дилей. И просто у него увеличим какие-то нужные нам частоты, которые нам нравятся. Также накинем ему грузбит на самый низ. И сделаем примерно ему такт 1.2. И сделаем рел повыше. И под себя мы будем уже редачить. Также мы это просто скопируем, нажав на эту стрелочку, и здесь Save Preset As, зажимаем и перетягиваем на наши нужные нам звуки. Также мы сейчас добавим следующую ноту. Здесь на второй мы можем сделать немножко поменьше. Добавим Electro X еще один, и здесь мы заходим в бас и ищем что-нибудь подходящее. На нижнюю ноту, на вот эту вот позицию, сделаем просто максимально и отправим его 1-2 раза вниз. Вот наша нота, мы это все сейчас будем понижать и экспериментировать, но это немножко дальше. Ищем бас. Поэкспериментируем с нотами. Здесь нам надо убрать атаку, о нет, помогите мне, блядь. Атаку убираем здесь и убираем ему рез немножко. Отправляем это на третий канал, добавляем Ozone Imager. Можем любой имиджер добавлять. Нам нужно будет сделать в стерео нижнюю частоту. Просто крутим это сколько нам надо, да, но не преувеличивайте, конечно. И здесь нажимаем Stereo Rise. Здесь же на эквалайзере мы повышаем ему подобные частоты. И низа можем чуть подобрать. Делаем гейтер, как у Redda. Получается, что нам нужно сделать для... Вот. Из RL мы не можем услышать его удары, поскольку он смягчает данный звук. Но мы можем послушать, просто уменьшить ради этого. Сделаем данный грузбит отдельным, также переносим себе пресет AS, закидываем сюда же на этот канал, мы где-нибудь в миксе, может быть, сделаем вот данный эффект. Сейчас мы возвращаем, как у нас было, переоткрываем наш плагин и делаем данный эффект. Рел на 205, и вот так. Поменяем данный звук, мне он не сильно здесь подходит. Давайте уберем с него эквалайзер и добавим какой-нибудь просто другой звук. Вот, идеально. И просто включаем все плагины заново. И можно даже ее повыше сделать. Можно выключить у него здесь half time сейчас. И запустим пониже его.
Также добавим его на припевах, это будет не основной звук. У основного же звука мы добавляем просто реверб, это мой любимый реверб. Мы его добавим поверх всего с кафедрой, пресет кафедры. Выбираем микс по усмотрению, вот эту вот крутилку делаем по-своему. Сейчас же мы понизим данные звуки все на примерно на 2 раза вниз. Раз-два, раз-два, и здесь везде. Все звуки у нас будут играть теперь чуть-чуть пониже. Можем вывести данный звук. Данный звук мы делаем 2 раза. И просто его вводим Ctrl-Alt-C, старт. Мы отрезали наш сэмпл. Сейчас же мы отрезаем у него конец. И вставляем его в наше начало. Выключаем же наш предыдущий звук. И закидываем его на также трек третий. И просто выключаем у него эффекты. По нужде мы добавим их еще раз. Так же, как вы слышите, он играет у нас не сразу. Поэтому мы отрезаем данный сэмпл с середины, где вы считаете, конечно, нужным, но по такту. Если честно, это можно сделать не сейчас даже. Допустим, в начале так и оставить. Дальше у нас будет сэмпл играть только так. Будем считать от второго. Раз, два, три, четыре. И вот будет повторяться еще 4 раза. Примерно такая система будет у нас. Так, поехали. Данный звук будет начинаться после 4 раз. То есть раз, два, три, четыре. Он будет начинаться вот здесь. Поэтому мы его здесь и оставляем. Подбор звуков. Также начнем с основного баса. Я думаю, наш основной бас будет вот этот, легендарный бас. Также ему можно повысить частоту. Включаем CTCL. Самая важная функция, чтобы ваш бас, блядь, вас не убил. Можем добавить на него фаст-дист. Легонько прям. На хай-хеты мы добавляем только эквалайзер. На нем повышаем высокие. Также мы добавим на них фаст-дист. Мне это нравится. И делаем их тише. Сделаем у баса данную легендарную картину и сделаем Ctrl-L. Добавляем вот эти все звучки. Также добавим хай-хеты сюда. Также убираем use loop points. Здесь также мы делаем вот это. Мы, в принципе, везде можем сделать данную картину. Практически на каждом нашем звуке. Мы делаем данную картину практически на каждом звуке, которым только мы будем добавлять. Она позволяет нам редактировать звук по длине и вот так, как нам это нужно. Добавляем также снэр. В принципе, этот снэр может быть обычным. Любым снэром я добавлю самый просто короткий, дабы делать роллы, те самые роллы. Делаем эту картину здесь еще раз и играемся со снэрами теперь. Также этот рим можно, если честно, попичить вот здесь. Также мы эту картину скопируем сейчас, и здесь мы ее подредачим в начале, чтобы она не была такой же, как и в конце просто. Добавляем промежуточные звуки. Таким образом. Сделаем здесь тоже ролл, только длиннее. Данные снэры делаем тише и отправляем их чуть правее. Делаем их пожирнее, аут выкручиваем. Здесь поменяем паттерн. У нас тут есть open hat, тоже ему выкручиваем параметры таким образом. Возьмем также помимо хай-хета один звук. Также поменяем open hi-hat. Данный звук, который мы добавили, мы немножко сейчас подредачим. Убираем у него низа. Делаем его cut itself. Делаем ему данную структуру. И увеличиваем нужные нам частоты. Также добавляем Effectrix. Увеличиваем здесь у него sample producer beatcrush чуть-чуть. Таким образом, поставим его. Также у него немножко пич можно повысить, примерно на 10. Да, увеличиваем его немножко частоты. И делаем это здесь, а это убираем отсюда. И здесь просто придумаем что-нибудь другое. Этому звуку, чащему, можно добавить delay 3, и здесь поиграемся. Делаем его на вторую точку. Давайте на вот эту. Данный звук можно убрать, кстати, здесь внизу.
здесь динамика сохраняется, если добавить его сюда. На наш рим фаздист и увеличим у него стерео. У этого звука пищащего сделаем немножко больше моно. Подмиксовали немножко вещи, сейчас мы будем делать самую интересную часть. Сейчас мы переходим к редактированию второй части с новым звуком. Сейчас мы будем разбирать ребивки, филы и так дальше. Копируем данные звуки вот сюда, на наше поле. Здесь это можно, в принципе, пока что убрать. Мы делаем уникальным хэты, мы делаем уникальным бас, мы делаем open хэты. И данный звук будет у нас определенно только на этом моменте. То есть вот здесь вот наша пищалочка, она будет убрана отсюда. Вот сделаем вот таким образом. Итак, я разобрался с паттернами. Сейчас мы послушаем, что у нас здесь происходит вообще. Данная мелодия, что мы можем здесь сделать? С первой мелодией мы добавляем на нее half-time, а на вторую мелодию мы добавляем гроссбит, который я вас учил делать, гейтер. Делаем его ровно вот таким вот. И здесь тоже. Это звучит интересно, поэтому мы делаем Create Automation Clip на half-time и делаем только в этой части, вот таким образом. Звучит интересно. Также можем взять Make Unique, поднять вверх, поднять вниз. Делаем таким образом и послушаем, что у нас сейчас происходит. Также убираем snare сначала. Сейчас мы приступаем к редактированию хэхэта. Кисточкой сейчас будем подредачивать данные роллы. И здесь мы сделаем перебивочку в таком стиле. И здесь мы просто это скопируем. Просто будем что-нибудь убирать, что-нибудь добавлять. Здесь верхних немножко нот примерно. Дальше мы добавляем бас. Мы сделали Make Unique на басе и просто делаем таким образом, чтобы мы могли поместить сюда еще два наших баса. Просто представим, как они бы звучали здесь. Примерно вот так мы сделаем первый паттерн. То есть сейчас мы добавляем сюда бас. Делаем там, где мы убрали бас. И добавим еще один бас. Добавить эквалайзер и поднять первый. И поднять семерочку. И добавить Effectrix с сэмплдюсером. Как мы видим, здесь конфликтное. То есть мы на басе здесь сверху удалим для него место. Этот бас всегда фальшивил. Мне он всегда этим не нравился. Просто ищем пич. Продолжаем делать редактирование данного баса. Сделаем здесь так. И в конце просто уберем данный бас здесь и добавим наш CTM. Также этот бас можно немножко подпичить. И просто этот паттерн убираем и добавляем. Также мы забыли отредактировать наши open hat'ы. Их делаем таким образом. Можем добавить глич на мастер. Убираем все это дерьмо отсюда. Division максимум, beats максимум. И здесь мы делаем гейтер. Убираем все и здесь просто ставим 1.8. И smooth тоже убираем. Данная полоска, она на ваше усмотрение. Но вообще делаем вот так и либо вот так. Она делает вот эту маленькую паузу в самом конце так-то. Простенько, без заморочек, сделаем небольшой такой ремастеринг здесь, чтобы все звучки получше звучали. На мастер хорошая тема, это закинуть вообще Максимус, убрать у него это T, Real, Sustain и на Low тоже. Это мне очень нравится делать, просто повышаем басы здесь. Мне все нравится побольше в моно сделать и хая по стерео, повыше. Добавим хаев и мидов, немножечко уберем на единичку. И также здесь уберем лоу-кат. И бас добавляем сколько нам надо, он никогда не бывает лишним. Хэ-хэты, можем добавить дилей, очень легкий дилей, очень с тоном небольшим и левелом небольшим.
Да, примерно таким образом, только левел пониже, все равно стерео пониже. И VET будем редактировать на микшер. Можем здесь сделать вот даже такой переходик, потому что очень сильный переход здесь получается, очень резкий, он просто его нет. Поэтому сделаем вот это, я люблю вот такого рода переходы. Только не с начала звука этого, а с его середины, вот такой вот. Еще самое интересное, это в начале вырезаем примерно вот настолько. Ctrl-C, да. Ctrl-Alt-C. Получаем эту сосиску. После того, как мы сделали этот сэмпл, надо его включить. И чтобы включить, надо нажать вот на вот эту вот штучку и вот просто вот таким вот образом сделать. Здесь мы это все передвигаем на половину бара. Вот так вот делаем то, что мы хотим. Просто отключаем здесь этот магнит. И здесь у него 1.6. Просто ставим и делаем просто шизофрению, да? Это вообще делать можно бесконечно, если честно, разного такого рода гличи. Это зависит от того, как вам нравится, как вам интересно. Данный пример выглядит таким образом. И наш бит готов. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Я надеюсь, вам было понятно, как и что происходит. Я надеюсь, вы попрактикуетесь и сделаете свой гениальный супер трэп-бит. И послушаем весь бит полностью.